Так, второе. Платье с асимметричным на косой юбке. Смотрите, платье вот такое. Платье боха на самом деле. Подойдет кому? Подойдет всем. Подойдет худеньким, сделает их побольше. Подойдет полненьким, сделает их незаметными, их полноту. Какие здесь особенности? Как всегда, ваши мерки. Вы выписываете мерки. Все начинается с базовой конструкции, правильно? И какие бы я здесь сделала прибавки? Прибавка по груди, ничего нет, да? Лишний объем не нужен. Зависит от ткани. Трикотаж 3 сантиметра. Если не тянется никуда ткань 5, давайте так напишем, 3-5 в любых размерах. Хоть худенькие вы, хоть не худенькие вы, делайте 3-5. Талия не контролируется, ничего не приталивается абсолютно. И тогда прибавка по бедрам. Прибавка по бедрам, мои хорошие, тоже я бы взяла 3-5. 3-5 сантиметров в зависимости от того, какой тип фигурки. Если ваша фигурка верхнего типа, то берите по груди поменьше прибавку, а по бедрам побольше, будет равновесие. Ну и наоборот. Как говорится, вот это прибавки. Про рукав говорить не будем, это тоже вам очевидно и понятно. Здесь интересным для меня видится один момент. Крой асимметричный. Никогда не поздно поговорить об этом. Лишний раз поговорить об этом. И вот посмотрите, что я приготовила. Я приготовила базовую конструкцию полочки и базовую конструкцию спинки. Но так как крой у нас симметричный, соответственно, нужно иметь их со сгибом. Мы работаем всегда вот так. Потом, глядя на технический эскиз вот сюда, я выбираю на этой базовой конструкции полочки. Смотрите, сначала вот эту точку, вот эту точку. Как мне ее выбрать? Вот сейчас тоже очень интересный момент. Смотрите, я должна определить, где у меня здесь линия талии. Если у меня вот эта линия груди, значит, я смотрю вот на это расстояние и отступаю столько же вниз. И значит, вот это у меня линия талии. Учитесь видеть правильные пропорции. Где у вас плечевой пояс, где у вас грудь, где у вас талия и где у вас, мои хорошие, бедра. Да? И тогда вам будет легче и понятнее. Рисуйте пропорционально выверенно ваш художественный технический эскиз. И точно так же начинайте откладывать это все на наших выкройках. Итак, что я могу увидеть? Я могу увидеть, что мой подрез начинается где-то почти сразу от талии. Ладно, это где-то точка, вот наша талия. Но давайте вот эту точку, допустим, выберем. Да? Вот так, сантиметров 5 у меня тут получилось. Примерно 5. Можете и выше поднять, не имеет никакого значения. Да? Хотела рисунки такие вам показать, но точно такого платья не нашла. Нашла похожее платье. Пинтересте. Ну что, надо все равно, наверное, показать, чтобы было наглядно и понятно. Это вот такое вот изделие. Вот такое вот изделие. Видите, такой косой. И у них здесь практически выше талии поднята вот эта точка, да? То есть по фасону это может быть вами решаться как угодно. Ага, вот картинка такого кроя, да? Видите? Вот картиночка на спинке, вот здесь вот хорошо видно. Можете поднять эту линию гораздо выше, если хотите, вот кофточку какую-то сделать. То есть это асимметричный вот такой вот крой. И у него есть своя особенность. Здесь вот такой вариант вам предложен. Да, сегодня это актуально, сегодня это как-то разнообразит наши фасоны. Ну и работает, видимо, замечательно. Поэтому мы к нему и пришли. То есть выбрали вот эту точку. Как мне выбрать вот эту точку? Вторую, это первая. Начало и это вторая. Смотрите, что я делаю обычно. Я смотрю на линию талии. Я смотрю на линию низа. И я говорю себе, ага, если у меня длина изделия от талии до линии низа 80 сантиметров, то вот эта точка 2 явно находится посерединке. Значит, от талии до точки 2 мне надо сделать 40 сантиметров. Или одна треть, или две трети, или одна четверть. Понимаете, это метод пропорций, пропорциональных вот таких вот расчетов, когда вы берете что-то за ориентир, и потом вы уже относительно этой величины выбираете себе остальные. Итак, у меня практически половинка. Значит, вот у меня длина изделия, и до половинки я сделаю, ну, вот так вот как-то. А сколько, интересно, у меня тут юбочка вышла?
А юбочка у меня получилась 72 сантиметра. Ну и ничего страшного. Значит, здесь у меня как бы 40, здесь 5, а здесь у меня 40. И эта линия получилась вот такая. Все. Эта линия у нас получилась вот такая. Мы должны точно такую же линию сзади на спиночке нарисовать. Так, где у нас? Вот она, спинка, да? Значит, положили рядышком. От талии вниз 5 сантиметров. Раз, да? Вы переносите все эти отрезки, потому что здесь они должны совпадать. И от талии вниз 40 сантиметров. Вот. И эту же линию вы рисуете уже со стороны спинки. И, собственно говоря, с линии верха вам делать больше, вернее, с верхними деталями вам делать больше ничего не нужно. Вы можете вот эти выточки перенести куда угодно. Я по своему техническому эскизу нарисовала их из бокового шва. Вы можете очень удобно для полненькой фигурки использовать вот такое решение. Если ткань пестренькая, вот такие вот выточки, да? То есть не из бокового шва, мои хорошие, а из проймы, вот здесь перпендикуляр. Почему? Потому что коротенькая получается эта выточка. Еще потом укоротите ее, да? Маленькая, работать с ней легко, и она шьется по косой, и получается очень удобная, незаметная. Давайте вот сегодня такой вариант мы и сделаем, несмотря на то, что на эскизе я нарисовала ее в другом месте. Все, убираем. Значит, что еще бы я тут добавила? Я сделала вот такой полуприталенный немножко силуэт. Вы можете взять в работу себе не такую базовую конструкцию, а сразу, скажем, силуэт вот такой вот трапеции. Вот такой трапеции можете взять, да, в работу. Но тогда бедра будут больше, талия пошире, все будет пошире. Ну, наверное, это имеет место быть. Мне хочется, не делая никаких выточек, боковой шов все-таки немножко приталить. Чуть-чуть намек подобрать лишнее или сделать его хотя бы вот таким прямым. Ну, то есть вот эта область, она будет решаться с вами, вам уже индивидуально и самостоятельно. Пошли дальше. Отрезаем вот это все на передней половинке. Давайте с передней закончим работу. Итак, я все-таки решила, что я ее переведу вот сюда. Из проймы я ее сделаю, да? Поэтому моя выкройка будет выглядеть в верхней части вот таким образом. Так, закрыли одну выточку, точно так же закрыли вторую выточку, оформили потом горловинку, как вам хочется. Если хотите лодочку, делайте вот такую лодочку. Если хотите что-то другое, делайте что-то другое, это не важно. И вот это вот у нас уже история готова. Так, юбку по другому месте раскрою. Ну, давайте, пусть пока это полежит, буду приклеивать или нет, не знаю. Главное здесь, что нужно вам показать, это линия низа. Итак, она у нас вот здесь имеет драпировку на этом месте. Значит, мы должны увеличить эту длину. Увеличить мы можем по-разному. Первый способ – это лучевая раздвижка. Тогда сборки практически не будет, но зато не будет и объема. Второе. Это параллельная раздвижка. Тогда у вас будет одинаковая ширина изделия вверху и внизу. И третий, мой самый любимый, это комбинированная раздвижка. Вот ее-то мы сейчас постараемся сделать, чтобы вверху было не очень много, а внизу было побольше. Хотя в этом случае, как у нас на картинке было представлено, все-таки там работала либо параллельная, либо комбинированная. Итак, вот серединка. Выбираем место для наших лучиков. Я не буду много их выбирать. Выберу вот так вот, потому что этого будет, я думаю, тоже достаточно. Здесь и вот здесь. Вот так сделаем. Первый, второй, третий и четвертый. Берем в руки ножницы, разрезаем до конца, потому что мы будем применять скорее комбинированную раздвижку. Пусть сверху сборки будет не очень много, а снизу пусть ее будет побольше. Но тут вы вольны решать сами. Коэффициент сборки по верху не должен у вас превышать полтора. То есть было у вас в длину, скажем,
100 сантиметров, вам надо сделать 150, не больше, в полтора раза больше. Ну вот, работаем с юбочкой, как она будет у нас выглядеть. Вот здесь нарисуем линию низа нашей юбки. Угу. И начинаем со средних таких деталей. Как всегда, вот так вот кладем. Помните, как мы делали с вами? Давайте серединку еще вот так вот обозначим. Это долевая нить. И я бы выбрала вот примерно вот такую картинку. Приклеиваем сразу. Так. И приклеим. Немножко поворотик не выдержала. Хочу сделать одинаково-одинаково, чтобы было вот так вот, да? Вот. А дальше, так как это у нас комбинированная раздвижка, мы делаем вот что. Сначала мы выполняем параллельную раздвижку. Для этого продолжаем как бы вот эту линию, да? Говорю побыстрее, потому что кладем сюда вот эту часть. Смотрим вот на это расстояние. И параллельно, здесь у нас сколько? 5 сантиметров, да? Я на глаз. Да, ровненько 5 сантиметров. На эти 5 сантиметров отодвигаемся параллельно, повторяем параллельную раздвижку. Вот смотрите, здесь теперь тоже, вот здесь тоже 5 сантиметров, да? Вот так вот одинаково. Это параллельно мы сделали. Поставили сюда карандашик и довернули, докрутили лучевой раздвижкой. Насколько? Вот настолько. Так, мало. Добавим еще. Вот так, да, вот так теперь похоже на правду. Раз похоже на правду, приклеиваем. Приклеили. То же самое здесь. Выполняем сначала параллельную раздвижку. Строго двигаемся параллельно. На 5 сантиметров отодвинулись. Поставили карандашик. И добавили лучевую раздвижку внизу. Вот-вот-вот. Настолько, насколько у нас и было придумано. Вот посмотрите, какая картина у нас получилась. Что нужно сделать, чтобы закончить нашу работу? Конечно же, все обвести. Как мы это будем обводить? Так как вы добавили здесь, здесь и здесь лишнюю ткань, да, такие трапеции у вас получились характерные для этой раздвижки, по боковым швам нужно то же самое сделать, иначе не будет ритма, иначе не будет вот какого-то нужного нам равновесия. И поэтому я измеряю вот это расстояние пополам, вот оно, и откладываю его сюда. Измеряю вот это расстояние пополам и откладываю его сюда. И у меня боковой шовчик отодвигается. Вот настолько. Вот. То же самое и здесь. То же самое и здесь. Ну, не хватило мне немножко уголочка, но ничего страшного. Я думаю, вы меня понимаете. Вот так, да? Обводим результат того, что у нас получилось. С линии низа достаточно все понятно. Она у нас просто идет. Вот так. Вот так. Вот так. Спинка юбочки, юбочка, вернее, со стороны спинки, оформляется абсолютно аналогично. А здесь мы просто понемножку вот так вот все сглаживаем. Потому что нам нужно получить с вами драпировку не за щипы. И мы будем это место прошивать на две машинных строчки. Вот и все. Оформили эту историю. Что ты будешь делать с этой мне сегодня линейкой? Так, прыгает из рук. Так, и вот так. Угу. Все готово. Поехали, нарисовали волнистую линию и написали, сколько сантиметров. А сколько вот здесь у нас и есть, померили. Сколько у меня тут? 64. Значит, здесь мне надо написать 64. Все. Вот такая картинка получилась на полочке. На юбке полочки. Это у нас юбка. Передней половинки. Так. Верх передней половинки, чтобы была хоть какая-то завершенность. Давайте мы вот сюда вот
Приклеим. Сколько время? Сейчас 3 минуты. Вот так может получиться. Ой, девочки, не буду ничего приклеивать. Время жалко. Хочу побольше вам рассказать о наших вот этих, о наших полненьких фигурках. Давайте вот так на это все посмотрим. Лена велит делать паузы. Итак, мы с вами на примере передней половинки посмотрели, что такое асимметричное платье, как выкроить платье с асимметричной юбкой. И как можно выполнить вот это вот моделирование этой юбки, используя комбинированную раздвижку. Сначала параллельную, потом лучевую, для того, чтобы фалдочек внизу было побольше, а вот эта драпировочка наверху была, ну, немножко поменьше. Хотя можно сделать это все по-другому. У передней, у лифа, у верха мы перевели выточки в пройму, потому что они будут так выполняться очень-очень удачно. Со спинку показывать не буду, потому что она очевидна.